Всем привет! Меня зовут Аня, мы находимся в Санкт-Петербурге. И давайте начнем наш первый выпуск Easy Russian. Что для вас значит Санкт-Петербург? Санкт-Петербург, ну, это такие масштабы большие. Это общество, это культура прежде всего, интересные музеи, интересные выставки каждый раз проводятся. Это жизнь. Это Санкт-Петербург жизнь. Это жизнь. Что для вас значит Санкт-Петербург? О, девочки и мальчики, это чудо. Это моя родина, это моя любовь и это моя боль. Питер. Любовь. Да. Для меня Санкт-Петербург – это интеллигентный, воспитанный, корректный, очень теплый, очень научный город, который собирает своих единомышленников, решает очень серьезные задачи в области политики, в области науки, в области образования, в том числе и спорта. А что тебе больше всего здесь нравится? Все. Что для вас значит Санкт-Петербург? Санкт-Петербург? Да. О, он такой немного магический, интересный. Жизнь началась немножко с интересного поворота, с нового листа, скажем так вот. И на сегодняшний день это один из старейших городов, который имеет свою архитектуру. Убить. Предложить. Убить. Предложить. Приходиться. Выпить. Приходиться. Выпить. Крикнуть. 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 Показывать. Вызвать, показывать, вызвать. Оказываться. Попросить. Оказываться. Привести. Возвращаться. Привести. Возвращаться. Потерять. Требовать. Потерять. Достать. Сообщить. Достать. Сообщить. Появляться. Оказываться. Упасть. Появляться. Получить. Провести. Получиться. Сообщить. Провести. Оказываться. Простить. Провести. Бить. Провести. 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 Привести. Простить. Появляться. Привести. Простить. Бить. Привести. Простить. Появляться. Привести. Появляться. Появляться. Сообщить. 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 Бить. Кивнуть. Привести. Бить. Простить. Исчезнуть. Простить. Кивнуть. Исчезнуть. Отдать. Помочь. Исчезнуть. Привести. Исчезнуть. Отдать. Простить. Привести. Отдать. 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 Привести. 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 Исчезнуть. 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 Помочь. Простить.
помочь, помочь, помочь. Простить, простить. Имеет свою музыку, имеет свои таланты, имеет своих артистов. И этим городом можно восхищаться и его любить. Мы туристы, но для нас Санкт-Петербург – это очень красивый город. И сюда хочется возвращаться снова и снова. Вот. Санкт-Петербург – это великий город, в котором расположены великолепные музеи, в котором приятно просто погулять, потому что атмосфера этого города настолько изумительна и неповторима, что когда ты гуляешь, ты получаешь эмоции, которые ты не можешь получить ни в одном другом городе, даже Европе. А что для вас значит Санкт-Петербург? Санкт-Петербург – это город больших возможностей на самом деле, где можно найти каждому человеку ту нишу, которую он, допустим, давно мечтает занять. Вот. И это важно на самом деле, потому что когда нет возможности реализовать себя, это самое-самое печальное дело. Вот. Поэтому для меня это город именно такой, где можно все, что захочешь. Спасибо большое. Санкт-Петербург. Город, куда можно приехать, посмотреть достопримечательности. А вы отсюда или нет? Нет. Откуда? Из Ишима, Тюменская область. О, а как дочку зовут? Карина. Карина, привет, привет. Что там у тебя такое? Да. Микрофон вас интересует. Спасибо большое, спасибо, удачи. А какие чувства он у вас вызывает? Знаю, сколько живешь, все равно вызывает чувство восторга и красоты, наверное. Спасибо большое. Что для вас значит Санкт-Петербург? Это непростой вопрос. Но все-таки. Маленькая родина. Спасибо большое.